правильно переходить проезжую часть, что такое световозвращающие элементы и как их использовать. Представители ГИБДД организовали для школьников викторину и мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов на одежду для пешеходов. 5 минут и яркий значок, который может сохранить жизнь и здоровье, готов. То есть ты готовишься к Новому году, да? Там, наверное, встречаешься. Побывали участники квеста и в роли водителей, правда, пока только самокатов. Для них установили светофоры и подготовили разметку. Школьники познакомились и со спецтехникой госавтоинспекции. Хочется поздравить родителей и детей с началом учебного года и напомнить родителям также о правилах дорожного движения, чтобы ребенок чувствовал себя на дороге уверенным. И, естественно, сегодня нужно повторить безопасный путь, дом, школа. И я думаю, что в будущем ребенок не попадет в дорожно-транспортное происшествие. Все дети вернулись с отпусков, вернулись в родной дом, в родной город. И сегодня все пошли в школы, в детские сады. И, конечно же, всем ученикам необходимо напомнить правила поведения на дорогах. Особенно сейчас, когда количество машин возросло резко, все вернулись также в город. Для любителей селфи организовали тематическую фотозону. Всем школьникам подарили памятные призы. Елена Малютина, Николай Сидоров. События.